предусмотрят законом. Автолюбители могут получить штраф за нарушение временных ограничений скорости, указанных на динамическом информационном табло или знаке переменной информации. Проект постановления опубликовало правительство Российской Федерации. Документ находится на рассмотрении. Новый план. Правительство Российской Федерации внесло ряд изменений в план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов. К примеру, документом предусматривается подготовка мер помощи в трудоустройстве участников СВО, получивших инвалидность. Главная задача плана – дать возможность людям с особенностями и ограничениями по здоровью чувствовать себя более самостоятельными и независимыми, заявили в правительстве. Семейные ценности. Участие в Пермском краевом семейном форуме приняли около 7 тысяч человек онлайн. Личные мероприятия посетили более 2,5 тысяч участников. Ключевым событием деловой программы форума стало пленарное заседание, где вместе с экспертами участники обсудили вопросы гармоничного взаимодействия родителей и детей, подходы к воспитанию, семейные ценности. Также во время форума награду за достойное воспитание детей получила семья Пряхиных из Красновишерского городского округа, которая воспитывает 10 детей. В учебном году. На базе Пермского национального исследовательского политехнического университета с 1 сентября следующего года начнет работать военный учебный центр. Его цель – организация военной подготовки мобилизационного резерва страны из числа студентов. В центре будут готовить сержантов и солдат запаса в интересах воздушно-космических сил по 3 военно-учетным специальностям. В преддверии праздника. Почтовые отделения региона получили праздничные марки с Новым годом. Рисунок «Снегирь на фоне снежных узоров» выбран по итогам всероссийского конкурса рисунка среди профессиональных художников. Победителем стала Ирина Киян из Москвы. В Пермский край поступило 5400 марок, цена одной – 29 рублей.